Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Надеюсь, меня хорошо видно и хорошо слышно, а также надеюсь, что у вас отличное настроение. Если меня хорошо слышно и видно, ну и вижу, что очень-очень многие люди уже сказали приветствие свое, да, еще написали, откуда вы меня приветствуете, что у нас сегодня за география, как вы думаете, кто у нас будет самым западным городом или самым восточным городом, самым северным городом, можете написать, или самым южным городом. Отлично, добрый, добрый, добрый. Отлично, видим и слышим. Супер, отлично. Хорошо, тогда я могу начинать. Начну сегодня с того, кто я такая. А то вечно забываю сказать, кто я такая. Я Бахтина Елена. По специальности я врач-акушер-гинеколог. Сами понимаете, с самого, ну, пока там мои подруги ходили с мальчиками гулять на какие-то свидания, я долгое время думала, что свидание — это какая-то специальная встреча в каком-то строго заведенном, ну не знаю, ну где, в каком-то помещении прям. Я не думала, что свидание — это просто встретился на улице и называется пойти на свидание. Представляете, насколько замороченным человеком я была? Ну, в общем, пока мои девчонки, подружки бегали на свидание, а я им тихонечко завидовала. Я училась в медицинском университете. И я точно знала, всегда знала, что я буду врачом, акушером, гинекологом. О, какой у нас, боже, посмотрите, какая у нас как география. Екатеринбург, Санкт-Петербург, Вильнюс, Гамбург, Нур-Султан. Ой, какое красивое название, да? Крым, Украина, Таллин, Москва, Череповец, солнечная Испания, отлично, Израиль, Москва, супер, супер, молодцы. Так вот, я точно знала, что я буду работать с женщинами, вот хотелось мне именно с женщинами работать, вот, и я видела женщин в разные годы, в годы расцвета, я считаю, что годы расцвета — это где-то 25-30, потом я видела ну, и знала их проблемы на самом деле, у девчонок там вечно то эрозия, то воспалительное заболевание женской половой сферы. Потом я видела девочек, которые 35-40, они уже по-другому выглядели, и их уже терзали, к сожалению, другие вопросы по здоровью. Ну понятно, доктора-то работают с условно здоровыми людьми, в основном с больными людьми, и я видела все эти проблемы, потому что работала-то я в стационарах. Но я стала взрослеть, и по мере того, как я взрослела, я видела, как меняется мое тело, как меняется мое лицо. Точнее, я всего этого не видела до 35 лет, а в 35 лет с моих глаз как будто бы розовые очки упали. Я-то думала, что я молодая стрекоза, как это всегда было, вообще ж не обращала внимания на свое тело, занималась чем угодно, детьми, карьерой. А потом вдруг я посмотрела на себя в зеркало. Боже, что я там увидела? Я увидела брыльки, бульдожки, увидела морщинки, я увидела гусиные лапы. И это все досталось мне. Как несправедливо, как несправедливо. Ну, конечно, передо мной стал выбор, как и перед всеми нами. Давайте, какой выбор? Конечно, если у тебя морщины на лице, значит, ты просто используешь слишком дешевую косметику. Ведь правильно я говорю, да? Слишком дешевую косметику. Поставьте единички в чат, кто вот надеется на косметику и прям вот использует различные бренды и прям ищет свое. И вот реально вы действительно понимаете и ощущаете, что если подобрать правильную косметику, то она справится с морщинами на лице. Ну, может быть, у нас есть девушки, которые вот свято в это верят. Потому что вы можете единички ставить, я вообще без претензий, потому что, ну, я тоже на самом деле, я так думаю, что современная косметология, она молодец. Она матриксилы изобретает, она там гиалуроновую кислоту до нее додумалась. И так далее. То есть много чего эта косметология хорошего придумала. И, конечно, выбрать классный крем — это здорово. Но вы знаете, это очень поверхностное воздействие. Хорошо. А напишите двоечки, двоечки напишите, кто когда-либо, хоть разок, ходил в салоны красоты и испробовал на себе инвазивные технологии омоложения. Двоечку напишите. И что это была за инвазивная технология омоложения? Может быть, это был ботокс. Может быть, это
были укольчики красоты другие, может быть, это была биоревитализация, может быть, вы ввели себе нити, может быть, это были какие-то лазерные технологии омоложения, ну вот что-что, и можете даже что-то такое эмоциональное, ну как бы в плюс это пошло, в минус, в плюс, в минус, ну, вот этот момент мне еще интересует, потому что я, честно говоря, вижу, что все мои сверстницы уже все это дело поделали себе. Вот, у кого-то в плюс, у кого-то в минус, а сама думаю, чё я этим не пользуюсь. И вот когда я думала, почему же я этим не пользуюсь, я стала интересоваться. Но так как у меня в образовании, когда мне давали образование, я очень-очень глубоко поняла физиологию клеток, физиологию тканей. То если вы не против, я вам сегодня расскажу реальную цену. Не цену, которую мы платим в рублях, в гривнах, в тенге, в евро или в долларах, а вот реальную цену, которую мы платим за омоложение с помощью инвазивных технологий. Хорошо помогают укольчики, да? Вот Ольга Матвеева довольна. Хорошо, если вы готовы, я точно готова. И погнали. Сразу начнем с нитей. Посмотрите, достаточно хороший результат. Первую картинку, если вы посмотрите, на первой картинке есть прямо вот конкретная такая брылька, да, есть провис под подбородочного пространства. Вот, на второй картинке через 14 дней уже все очень прилично. Слушайте, куда-то и брылька подтянулась, и провис практически, ну как бы он хорошо выглядит. А на третьей картинке через 13 месяцев все вообще замечательно. То есть эта девушка позволила себе ввести. Тогда использовали золотые нити, сейчас уже биоразлагаемый материал используют. Нити являются тоже мезотерапией, но плотными материалами. Так, гиалуроновый эффект на полгода, гиалуронки повторяла трижды, кто-то не пользуется, вижу. Ну классный ведь результат, хороший результат. Если вы досидите до конца, ну почти до конца, я вам покажу, какого результата добиваются мои студентки, Без вот такого серьезного воздействия, без такого серьезного воздействия на свои личики. Поэтому подождите, почему я говорю серьезное воздействие? Потому что всегда есть мечты, то есть мы хотим, у нас какая картинка рисуется? Абсолютно идеальный овал лица. И есть всегда реальность. Так вот, реальность выглядит таким образом. Посмотрите, это методика введения нитей. Еще раз говорю, это та же самая мезотерапия, но плотными материалами. Раньше это называлось золотые нити, а сейчас этот материал биоразлагаемый. Ни крем, ни особый массаж не уберет морщины и всего другого, считает Ася. Так, пробовала много чего, ерунда, возможно, для молодых женщин подходит, а мне 65, никак. Понятно. Ну что, напугала вас немножечко, как это выглядит, слушайте, какая серьезная травматизация тканей. Только вы мне скажите, пожалуйста, благодаря чему, благодаря какому такому воздействию, можете его описать, происходит образование такого шикарного эффекта, ведь реально все подтянулось. Скажите мне, пожалуйста, теперь механизм действия. Что такое происходит в тканях от такого воздействия, что все прям подтягивается? Ну, давайте. Думаем все вместе, девушки, потому что если я вам сейчас все это дело расскажу, просто забудете. Вот в одно ухо вылетело, а в другое влетело, а в другое вылетит. А мы с вами должны в каждой методике дойти прям до сути. От чего эта брылька подтянулась? Какие процессы пошли в ткани, что эта брылька реально подтянулась? Молодец, Антонина, прям на медицинском языке сказала фиброз. То есть в ткань вводит чужеродный объект, вокруг которого начинает образовываться соединительная ткань. Соединительная ткань – это рубцовая ткань, ну или фиброз.
Точно. То есть этот объект прорастает в соединительной ткани. И, конечно же, вроде бы все подтягивается. Посмотрите, что происходит вокруг нити. Ну, как бы это не вокруг нити, я просто решила вам показать, что такое соединительная ткань. У вас на экране рыхлая соединительная ткань. Я ее люблю. Слушайте, мне кажется, вот что снаружи, то и внутри. Я люблю смотреть на большие города с высоты птичьего полета. Когда ты летишь над Москвой, это вдохновляет. Когда я ночью как-то летела над Астаной, Боже, как это красиво! Это невероятно красиво! Посмотрите, какие тракты, какие улочки. И здесь живут вот эти вот кругленькие клеточки, которые умеют делать коллаген, которые умеют делать эластин, которые умеют делать глюкозаминогликаны. То есть вот ту самую гиалуроновую кислоту, которую мы искусственно колем через укольчики красоты. Надо же было такое название придумать. Укольчики красоты. Такое-то не серьезное. Серьезное название, проблема, травма, которая наносится тканям, она достаточно серьезная. Представляете, вот теперь в эту простроенную картину, которая мне очень нравится, я не знаю, как вам, мы вводим инородное тело, и начинается коллагенообразование, начинается рубцовое образование вокруг этого инородного объекта. Стресс. Травма, да, и организм начинает защищаться, включает воспаление и, конечно же, скрытые ресурсы. Это Татьяна написала, я просто повторила то, что она написала, потому что я абсолютно с ней согласна. И таким образом нитями подтягиваются ткани, как пишет Светлана. Но как вам такая подтяжка? Как вам? Получается, если не травмируешь, то и толку не будет. А теперь делаем, как на своем iPad. Вы же можете увеличить? Мы вот ту картинку взяли и еще и увеличили, еще увеличили. И думаем, как себя будут чувствовать ткани? Что у вас на экране? У вас на экране эритроциты. Эти эритроциты как будто бы в сетке. Помните, сетки, авоськи такие, да? Вот. А что это такое? Это фибрин. Бывает растворимый в воде белок, который называется фибриноген. Стоит запустить процесс воспаления, какой-то процесс травмы, фибриноген превращается в нерастворимый белок, который называется фибрин. И он действительно создает такую сеточку, где застряют эритроциты. Поэтому была кровоточащая какая-то зона, мы повредили. Например, кровеносный сосуд, капилляр, сразу синяк, да, но вся же кровь через эту дырку не вытекает, то есть этот фибрин делает так, чтобы кровотечение остановилось. Теперь делаем еще больше, еще увеличиваем картинку и посмотрите, как это на самом микроуровне. Боже, наша кровеносная система – это замкнутая система, ребят. То есть наша кровь входит по замкнутому кругу, по капиллярам, крупные сосуды, мелкие сосуды, опять капилляры. И не дай бог разрушить этот капилляр, как эти эритроциты начинают покидать, вываливаться из сосудистого русла и попадают туда, куда они не должны попадать. Они попадают вовне сосудистое русло. И там кто-то должен их прибрать, потому что их там не должно быть. Кто-то останавливает кровотечение из этого сосуда, а кто-то должен будет убрать трупы умерших эритроцитов, потому что ну, эритроцит все равно не живет вечно, но в норме эритроцит разбирает в селезенке. А тут эритроцит выпал, он попал куда не надо, кто-то его тоже должен убрать. То есть организм реально прям мобилизуется, чтобы заживить этот очаг, эту травму. Понятно, что я вообще обожаю наш организм и очень я прям к нему отношусь, знаете, с большой буквы о нем нужно всегда говорить, и только на «вы» с ним нужно говорить, потому что занозу загнала в палец, вытащила, все зажило, руку сломал человек, зажило, нити наставил, и это заживет, понимаете? Вот такая вот вещь. Ну хорошо, теперь давайте смотреть на укольчики красоты. Вот именно эти картинки я сопоставила, потому что меня возмутило. Я ехала по своему родному городу в транспорте, и я увидела огромный бигборд, на котором написано «Укольчики красоты только на этой неделе». Старая цена перечеркнута, написано «Новая цена». Слушайте, а я резко против.
Я считаю, что нельзя этот инвазивный, этот травмирующий метод называть так легко «укольчики красоты». Посмотрите, пожалуйста, как это выглядит в мечте, если вы наберете «укольчики красоты». Вам такие красивые девушки с выровненным тоном лица попадутся в Гугле, накрашены красиво и так далее. Будто бы вот без этого она была бы не такая, да? А на самом деле реальность, правда, как она звучит? Давайте-ка посмотрим, сколько этих внутрикожных инъекций, то есть в отличие от предыдущего метода лечения старости, есть вот такой вот метод. Это внутрикожные инъекции. Кто помнит, в школе нам делали внутрикожные инъекции, они назывались пуговки, пуговки. Кто помнит? Мне сегодня сказали, что завтра будет пуговку делать, а я прям ночь не сплю, потому что переживаю. Прививка, прививка. А тут этих пуговок сколько только на одной щеке? Кто быстренько посчитает, сколько на одной щеке этих пуговок поместилось? Девушки, кто делал укольчики красоты? Скажите, пожалуйста, может быть, вы считали, сколько вас раз укололи? Задача мезотерапевта — не попасть ниже эпидермиса. То есть задача попасть только в эпидермис, ввести небольшое количество вещества. Что это за вещество? Это может быть химически синтезированное вещество, которое вы заказали. Это может быть ваша личная плазма крови. То есть у вас взяли из вены кровь, ее центрифугировали, взяли плазму и ее вводят. Это может быть гиалуроновая кислота, конечно, не искусственно синтезированная, безусловно, все натурально, понимаете? И так далее. 68 укольчиков. А если женщина заказала еще шею, а эта женщина шею заказала, посмотрите, а если она еще заказала зону декольте, каково это? Каково это? Сколько микротравматизации? Понятно, что эти укольчики делают не до крови, не дай бог попасть в дерму, где уже кровеносные сосуды, но бывает раз. И, во-вторых, кожа объем жидкости и сделать этот дополнительный объем жидкости чем своим. Своим. Да, вся в пуговках. Если я начинаю заикаться, милая служба поддержки, я могу переключиться на другой интернет. Сразу скажите мне, если я заикаюсь. Поэтому, слушайте, ну давайте будем адекватными людьми. Просто да, адекватность — это очень важно. Ну не может кожа питаться через крем. Ну это же понятно. Кожа не питается через крем. Мне кажется, уже ну как бы столько столетий женщины используют крема, и уже прям вот понятно, что ну, не питается кожа через крем. Но максимум немножко эластичнее станет. Да? Вы просто даже возьмите куртку, смажьте кремом, и она станет эластичнее. Это же не значит, что вы накормили до самой дермы. Понимаете? Вот. И кожа, конечно же, не питается инъекционно. Это уже на нашем веку, слушайте, это уже на нашем веку. Ведь до нас, предыдущее поколение, не использовало инъекционные препараты для омоложения. Это мы, наше поколение придумало. Но я вам должна сказать, что кожа питается, как любой нормальный орган, не через крем, не инъекционно, а она питается через сосуды. И это правда. Жизни. Это тоже питают кровеносные сосуды. Единственное непонятно, почему в 25 лет они ее питают нормально, нормальные себе сосуды и нормально ее питают, а в 45 лет начинается. Хорошо, трансляция прерывается, что будем делать? Сейчас я немножечко остановочка, сейчас мы подберем другой интернет, хорошо? Секундочку. Остановочка. Я сейчас подберу другой интернет. Мне сейчас поддержка поможет. Вот. И мы вернемся. Хорошо? Или уже нормально? Ну, скажите мне что-нибудь. Раз, 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 раз. Можно продолжать. Еще раз повторяю. Уважаемые девочки. Кожа не питается через крем. Кожа не питается
через инъекции. Кожа, как любой нормальный орган, питается через кровеносную систему. И чем лучше у вас развита кровеносная система, тем лучше выглядит ваша кожа. Но, спасибо большое, но у меня вопрос. Почему в 25 лет кожа выглядит круто, значит кровеносная система справляется, а в 45, видите ли, она почему-то перестает справляться? Что тут такое? А я хочу ответить на этот вопрос. Посмотрите, пожалуйста, сейчас мы разберем только зону, которая вокруг ротика. Это зона, которая очень неприятно стареет. Прям закладываются такие вот морщины, радиальные морщины, да, и называются морщины курильщицы или радиальные морщины. И тогда затекает красная помада. Ужасно, ужасно. Почему же здесь эта кожа так стареет? Посмотрите, здесь есть достаточно крупные кровеносные сосуды, которые должны очень классно кровоснабжать эту зону, и они очень хорошо ее кровоснабжают. Но у нас с вами есть неправильные двигательные привычки. Скажите мне, пожалуйста, прямо сейчас, кто сидит меня слушает, губы сомкнуты, зубы сомкнуты, глаза сведены и еще и прищуривается. Кто вот в таком состоянии? Ну, я, конечно, утрировала, но все-таки троечки поставьте. У кого губы сомкнуты, у кого зубы сомкнуты? Скажите мне, троечки поставьте. Это наши неправильные или паразитические движения. Мы можем ходить целый день и вечно держать в напряжении эту мышцу. Я вижу очень красивых женщин, которые подвели себе и даже сделали татуаж губ. И татуаж губ сделали выше, чем положено. И у них губы выглядят вроде бы красиво, но они сомкнуты. Это строгий рот. А теперь представьте, здесь живет круговая мышца рта. Она называется... Да, да, дорогой. Вот, а здесь круговая мышца рта. И если эта мышца постоянно в сомкнутом состоянии, то каково будет сердечку качать кровь по этой веточке артериальной, если кулак-то сжат? Вот у вас сжатый кулак, я вам даю 100-долларовую бумагу. Как вы возьмете? Вот, бери 100-долларовую бумагу. Как вы возьмете? У вас же уже сжатый кулак. Точно так же и сжатая мышца. На, бери кровь, на. А она прям побелела от того, что она сжатая. Понимаете, в чем дело? А, я уже себя контролирую, говорит Ирина. Молодца, молодца. Да, это очень важно. Поэтому кожу питают кровеносные сосуды. Ну не виновата кожа. Зачем ее мазать канцерогенными кремами? Колоть ее, если можно подумать о самом главном. Каким образом мы мешаем своим кровеносным сосудам кормить наши ткани? Фух, но я об этом в самом конце. Оставайтесь с нами, не переключайте. А мы пока разберем следующий способ омоложения, который называется мезороллер. Поставьте четверочки, кто использовал хоть один раз мезороллер, и поставьте эмоциональное отношение к нему. Нра, не нра, плюс, плюс, минус, минус. А я вам пока рассказываю. Домашние мезороллеры – это отлично, это просто песня. Мезороллер, сейчас я вам покажу, такой барабанчик, на котором иголочки. Иголочки махонькие, 0,2 мм, 0,3 мм. Поэтому максимум они могут поработать с эпидермисом до красноты. Ну, собственно, как и домашняя косметика. Домашняя косметика или косметика, которая не претендует на ту, которая может проникнуть через базальную мембрану, тоже работает только с эпидермисом. Поэтому не будем сегодня вообще о косметике говорить. А вот это вот на границе эпидермиса и дермы, вот тут базальная мембрана. И самое ценное, находится в дерме. Смотрите, тут нам кто-то нарисовал фибробласт. Очень удачная картинка. Фибробласт, довольный жизнью, улыбается. Помните, это тот самый фибробласт, который я вам показывала, который умеет делать коллаген, эластин, глюкозамин и гиалуроновую кислоту и так далее. Что такое профессиональный мезороллер? Больноваста, пишет Ирина. Да, а профессиональный мезороллер... Девушки, идите на мой голос, идите на мой голос. Я вам четче изображения не сделаю. Что это такое профессиональный мезороллер? Это иголочки от 0,5 мм, они уже могут доставать до базальной мембраны. До 1 мм. Это уже тоже... те иголочки, которые могут проколоть эпидермис. Эпидермис имеет кровеносных сосудов. Кровеносные сосуды находятся в дерме. Поэтому профессиональными мезороллерами работают до
Появление чего? Кровяной росы. Да, знаете вы это? Сейчас я вам страшилку покажу. Вот. Что-то, почему? Потому что этот мезорулер протыкает базальную мембрану дерму и кровеносные сосуды. Он протыкает, куда попал. И в том числе он может проткнуть и фибробласт. На картинке художник, знаете, он такой фибробластолюб, он нарисовал, что фибробласт испугался и срочно сделал коллаген. Вот так вот он нарисовал. На самом деле ничего подобного. Если тебя проколоть, то ты будешь проколотый, а значит, какой? Дохлый, да? Это будет тебе дохлый фибробласт, убитый, проколотый фибробласт. Вот такая вот история. Пришли себе в салончик красоты и получили дохлых, убитых фибробластов. Но рядом, художник не нарисовал, рядом сидел тот фибробласт, который аж перекрестился. Говорит, боже, слава богу, что эта игла попала не на меня. Спасибо тебе большое. И он понимает, что у них санпотери. Что такое санпотери? Каждый третий фибробласт убит. Не в бою, заметьте. Каждый третий убит. И что нужно делать? Боже, нас мало. Этот фибробласт выживший делится, образуются два новых фибробласта, и они начинают делать новый коллаген, потому что что? Много повреждений. Это тоже процесс, который идет с микрофиброзированием. Это тоже будут микрофиброзы. А ну куда же деваться без них? Получается такое впечатление, пока не травмируешь, молодости не получишь. Нет ли у вас такого впечатления? Пока не травмируешь, молодости не получишь. Вот. Мечта. Красивая девушка с выровненным тоном лица, и у нее такой вот легенький какой-нибудь этот мезороллер, такой домашний легенький. А на самом деле, если это профессиональный подход, то и до кровяной росы. Посмотрите. Да, пользуюсь домашним, чтоб не до крови. Ну вот оно, да. Угу. Хорошо, увидели, да? Я, конечно, могла бы вам и все лицо показать, но специально вырезала только кусочек, потому что все лицо показать мне стало страшно. Ну, как бы у всех психика разная. Ну хорошо, ладно, добрались мы до ботокса. Как же работает ботокс? Вы можете написать, хорошо он работает, вам нравится его результат, или он работает плохо, вам не нравится его результат. Давайте сделаем такую перекличку. Кто делал ботокс хоть один разочек, поставьте пятерочку в чат, а я вам пока расскажу. Пока вам расскажу. Что такое ботокс? Ботулинистический токсин. Это нейротоксин белковой природы. Он вырабатывается бактериями, которые называются кластридии ботулизма. И слушайте, это же смертельное заболевание. А знаете, наверное, каждое лето вы обращаете внимание, кто-то наелся грибов и умер от ботулизма. Как можно умереть от ботулизма? Да очень просто. Оказывается, эти кластридии ботулизма выделяют самый мощный нейротропный яд в природе. В природе мощнейший яд. И этот яд делает очень простую вещь. Он прерывает движение нервного импульса от коры больших полушарий головного мозга к рабочей мышце. И все. Если он до рабочей мышцы не доходит, мой нервный импульс не доходит до этой рабочей мышцы, мышца не сможет сократиться. Она не знает, что к ней идут импульсы. И она потихонечку атрофируется. Вот так вот оно происходит. Но есть мышцы, которым и атрофироваться-то не надо, не успевают. Это дыхательные мышцы. И смерть наступает в результате удушья, потому что человек как бы забывает дышать, потому что нервные импульсы не доходят к дыхательной мускулатуре, если вовремя не использовать антидот. Конечно, в косметологии не используют такие большие дозировки, чтобы прям умереть. Но ясное дело, но механизм-то действия тот же самый. И это единственное, что работает. Девушки, заметили? Вот реально, если вы боретесь с морщинами, то это единственный способ, который действительно убирает морщины. Хотели гладкий лоб? Получите гладкий лоб. Хотели уничтожить межбровку? Получите, у вас не будет межбровки. Согласны, да? Никогда больше не буду делать. У меня наоборот, от того, что больно, состояние кожи не улучшается. Я поняла. Так вот, прочитали, да? Ну, давайте теперь смотреть на механизм действия. Механизм действия объяснила. То есть нервный импульс рождается в нервной клеточке, идет до мышечного волокна, и под воздействием этого
импульса мышца сокращается. То есть нервный импульс, мой стрессовый, идет, допустим, мне что-то не нравится. Нервный импульс идет к моей мышце, сморщивающей бровь, она напрягается, я имею шикарную межбровку. А не нравятся девушки мне постоянно, ибо я по жизни хожу с таким выражением лица. И мне не нравится моя межбровка. И что я делаю? Я иду к мезотерапевту, он мне колет в эту мышцу самый серьезный яд в природе. И все, и у меня эта мышца перестает получать нервную стимуляцию. Слушайте, а не проще ли договориться со своим головным мозгом, миленький? Ты ж посмотри, что ты делаешь. Посмотри, что ты делаешь. Ты же не контролируешь это движение, и это будет на всю жизнь. Если вы переобучите центральную нервную систему, отучите себя от паразитического движения, то вы получите отсутствие межбровки, один раз научились, один раз переобучились и на всю жизнь. А ботокс сколько раз нужно колоть? Скажите, сколько раз нужно ботокс колоть? Насколько хватает результата? Правильно говорит Светлана, и мимики тоже не будет. А если у меня, допустим, гладкий лоб не из-за ботокса, а потому что я переустроила в своей центральной нервной системе, я научилась контролировать эти движения, то я могу сделать так, и могу сделать так. Я по-разному могу сделать. И мимика у меня нормальная, и наругаться я могу, и сделать что-нибудь со своим лицом, а потом опять ходить без паразитических движений. Это же круто. Девушки, по-моему, это хороший выход для нас, как вы думаете? Или плохой? Самое лучшее – это, собственно, разогретые ручки. Да. Хорошо. Ну ладно, так что, насколько хватает ботокса, скажите? Насколько недель, месяцев хватает ботокса? Кому насколько хватило? А я вам пока расскажу, сколько единиц. Понятно, чтобы сразу умереть от ботулинистического токсина – нужно выпить, съесть, вколоть в себя 20 флакончиков, которых я вам показывала. 20 флакончиков одномоментно. Мы такого не делаем. Но за жизнь мы и 20, и 30 флакончиков можем принять. Потому что морщинки на лбу – это 30 единиц надо уколоть. Это 3 раза, и вот вам флакончик. 3 раза, ну в смысле через сколько-то времени. Межброви 25 единиц, приподнять бровки по пятерочке, гусиные лапки по 15, морщинки на носу, вот эти вот морщинки, по 10. И знаете, что интересно? Есть такое понятие, что если одна мышца вырублена и она не работает, но человек все равно находится в мимике, и он начинает компенсаторно учиться пользоваться, его центральная нервная система начинает пользоваться другими мышцами. И есть даже такое понятие кроличьи морщины. То есть все убрали, везде мышцы в атрофичном состоянии, нервную импульсацию не получают, но человек же живет, человек двигает другими мимическими мышцами, и закладываются совершенно морщины в том месте, где обычно они не закладываются. Например, вот эти вот морщины, о которых я сказала. Согласно на все 100, тело нужно слушать, договариваться. Да, Светлана, я бы сказала, уважать его. Да? На 9 месяцев хватает. Круто, что на 9 месяцев хватает. Да, бывает на 6, бывает на 9. Непонятно еще, что эти мини-дозы ботулина сделать с организмом через время. Понятно на самом деле. Это ботулинический токсин. Понятно, что вам его укололи не в эпидермис. Его вам укололи в дерму. В дерме находятся кровеносные сосуды. Ну, во-первых, конечно, маленькую дозу укололи, а во-вторых, все равно там кровеносные сосуды. И какое-то количество этого яда попадает в кровоток. А там и головной мозг за углом, понимаете? Поэтому 9 месяцев, которые позволили себе уколоть укольчики красоты, ботулинический этот токсин, им подсунули, одни исследователи, им подсунули какой-то журнал женский и попросили прочитать статью, а потом пересказать попросили. Что вы думаете? Не удалось. Девушкам не удалось пересказать статью. Конечно, этот эффект очень быстро прошел, улетучился. Ну, потому что в общем кровотоке ботулинический токсин очень быстро разводится общим кровотоком, и это влияние стирается. Но все-таки некоторое время нет возможности даже пересказать статью. Это раз. Второй момент. Нас расстраивает, что все-таки нет нормальной мимики. И третий момент, который меня больше всего расстраивает.
Понимаете, в моем представлении молодость – это круто развитая мышечная ткань. Посмотрите на девочку, которая ухаживает за своим телом не кремами, а в спортивном зале. Она прямо в спортивном зале. Ты приходишь, а она приседает. Ты приходишь, а она подтягивается. Понимаете? Вот просто зайдите в спортивный зал, вы там увидите большое количество шикарных женских тел. Мужских тоже, но мы сейчас о женщинах говорим. Так вот, что делают эти женщины? Они развивают свою мышечную ткань. А что делает ботулинический токсин? Он ее атрофирует. В этом разница. Называется «я не имею морщин». Через атрофию мышечной ткани. Неправильно сказала. Я не имею морщин через старость. Потому что атрофия мышечной ткани, потеря мышечной ткани, есть старость. Наши предки использовали росу рассветную и все четыре стихии. Я еще травы и прорубь. А, парилку и прорубь. Ну, у вас есть все возможности использовать вот то, что использовали предки. Проверьте это на своем опыте. Ну, посмотрите. Конечно, это, почему я говорю, это единственный метод, который работает. Конечно, это единственный метод, который работает. Потому что бесполезняк работать с кожей. Еще раз говорю, с кожей работать бесполезно, она ни в чем не виновата. Она просто лежит над теми мышцами, которыми мы бесконечно работаем. Надо, не надо. Поэтому, если не умеешь договариваться с собственной психикой, ну давай мы тебе введем атрофичную вот эту вот штукенцию. Вот, и даже если мы попросим тебя сдвинуть бровки, у тебя уже не получится. Попросим тебя поднять бровки, у тебя уже не получится. Потому что что? Потому что нервный импульс не доходит. Показываю вам различные виды атрофии. Я специально искала, но, видимо, таких исследований еще не проведено. Исследования каких? Ну, допустим, взять биопсию у женщины, которая бесконечно пользуется ботулиническим токсином, и посмотреть, как выглядят мышцы. По крайней мере, вот я вела такой поиск, и я лично не нашла. Может быть, у вас есть такие документы на руках, но вот это вот нормальная мышечная ткань. Она такая полосатенькая, да, вот ее поперечный срез. Вот ее продольный срез. И вот это различные виды атрофии мышечной ткани. Если бы вы мне показали вот эти виды атрофии, где-то когда я училась бы на третьем, на втором курсе, я бы вам сказала, вот это вот от сахарного диабета, это аутоиммунный процесс, вот аутоиммунный процесс, это еще какой-то процесс. Я сейчас уже не помню, я уже забыла. Но я точно помню, что атрофия, атрофии рознь. Вот это вот накопление, болезнь накопления, например. Так вот, и сюда, просто вот когда я найду атрофию мышечной ткани от использования мезотерапии, вот такой вот ботулиническим токсином, я просто большую такую фотографию поставлю. Здесь нормальная ткань, а здесь атрофичная ткань. И я не знаю, после пятой, после шестой или после десятой процедуры атрофия наступит в ваших мышцах, и никто этого не знает. Потому что каждый организм реагирует немножечко по-своему. Да, хорошо, давайте выпьем воды. Почему нам нужно выпить воды? Потому что наши клетки должны быть спелыми сливами, а не сушеными черносливами. От этого зависит что? Наш тургор, в том числе и овал лица. Ваше здоровье. Если вы не принесли с собой водичку, сбегайте, принесите водичку, продолжайте меня слушать. Добрались мы до следующего инвазивного метода, который называется шлифовка лица. Мне результат очень нравится. Мне нравится результат. Посмотрите на него. Как вы думаете, вот так навскидку, насколько девочка помолодела? На сколько лет помолодела эта девочка? А она точно помолодела. Она однозначно выглядит свежее. Свежее. Это шлифовка. Шлифовка лица. Мы видим более ровную ткань над верхней губой, прям вот не видны эти морщинки, о которых я говорила, радиальные. Мы видим, что сошлифовали все проблемы подбородка. Кстати, почему на подбородке столько проблем? Потому что подбородочная мышца, она вечно в гипертонусе. Она в таком гипертонусе, что над ней кожа не знает, куда деваться. И она прям берется, как запеченное яблоко и так далее. А, вы уже из собственного опыта говорите, Светлана, сори, извините, конечно, да. Что такое шлифовка? Боже, как хорошо жить в век развитой техники. Мы взяли лазером и
Сошлифовали все, что нам не нравится. А что нам не нравилось? Нам не нравились шрамы, рубцы, постакне. Вот с этим я согласна. Бывают девочки, которые, у них очень тяжело идет период полового созревания, мальчики, девочки, и у них прям реально все они в оспинках, все лицо в оспинках, потому что там был гнойничковый процесс, с которым длительное время не могли справиться. И им шлифовка лица прям показана, потому что если сошлифовать вот эти все рубцовые изменения, кожа молодая, она точно восстановится, 100% восстановится, и ткань станет более гладенькой, и девочки перестают, ну, знаете, стесняться собственной внешности. Но что нам предлагают срезать? Ее мелкие морщины, будто бы они прям вот в коже образуются, потому что им делать нечего. Средние морщины, неровность поверхности кожи нам предлагается срезать, тусклый цвет лица, опористость и даже нечеткий овал лица. Как хорошо придумали! Вот такая шлифовка, это лазерная шлифовка. В основном все сошлифовывается до базальной мембраны. Смотрите, главное не поранить базальную мембрану, потому что поранил базальную мембрану, будет рубец. Но иногда, откуда я беру эту информацию? Очень много этой информации в глянцевых журналах. Я очень много летаю, по всему миру летаю. И в кресле, которое передо мной, там всегда какой-то журнальчик лежит. И я вот эту вот информацию беру из этих журнальчиков. И они говорят, что иногда приходится и вот этот сосочковый слой тоже, ну, трогать. То есть в том числе не только эпидермис срезается, и некоторое количество вот этого сосочкового слоя дермы. Вот. А теперь давайте посмотрим еще раз на эту девушку. Слушайте, но если бы она была молодым человеком, лет 25-30, может быть даже 30, ну 35, тут такое дело, то я бы могла понять, ну пришла, ну шлифанула, молодое лицо, хорошее кровоснабжение, незамученные мышцы, все восстановится. Но у нее, почему здесь образуется большое количество проблем? Потому что у нее мышца зажатая, у нее мышца вечно в таком гипертонусе. Соответственно, ну убрала проблему. Она вернется или нет? Скажите мне. Она вернется, эта проблема, или нет? Просто по глазам, которые не шлифовали, видно. Как была низкопосаженная бровка, так она и осталась. Как были здесь, ну такие вот тоже запеченные яблочко, так оно и осталось. То есть мы отшлифовали кожу, мы ее напрягли фактически, мы ее травмировали. И мы думаем, что все хорошо. Сколько вообще нужно ресурсов теперь этой коже, чтобы восстановиться? Надо прятаться от солнышка, нужно хорошо себя кормить, нужно использовать различные средства, которые не раздражают кожу, да? То есть очень-очень много всяких моментов. Конечно, проще принести свое лицо косметологу, делайте что хотите, лишь бы я этих морщин не видела. Но я думаю, что все-таки это наша ответственность, девочки. Мы сейчас живем в таком мире, что нужно взять часть ответственности у медицины, взять на себя за свое собственное здоровье, забрать часть своей ответственности у косметологии и вернуть себе эту ответственность, потому что мы в себе живем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Понимаете? Вот, я считаю, что это называется обидеть лицо, отшлифовать, травмировать лицо. Ну и последнее, что я вам сегодня расскажу по инвазивным технологиям. А знаете, вот если бы я, ну как бы так глубоко не болела за собственные клетки, ну просто я, знаете, я не хочу через травму идти. Я, конечно, понимаю, что проще всего себя обжечь, термический ожог сделать, и тогда под отшелушившейся кожей, о боги, начнет вырастать такая нежная-нежная, как детская пяточка, розовая кожа. Вот это лежит в основе метода, который называется термаж. Но мы не имеем права лицо обжигать термическим, ну, высокой температурой, понимаете, да? Потому что это реально ожог, и кто его знает, как он зарастет, этот ожог. Но у нашей замечательной косметологии есть свои хитрости. Например, есть фототермаж, а есть, это сейчас очень распространенное явление, лазерный термаж. Рассказываю вам, как все там происходит.
Барышня начиталась вот этих глянцевых журналах, о которых я говорила, а там это написано, это расписано очень красивенько, называется «Стимуляция синтеза коллагена». Конечно, если я барышня, и я знаю, что где-то вот здесь, вот в этом коричневом пространстве, которое называется дерма, живет фибробласт, который делает коллаген, который делает эластин, и он, зараза, почему-то перестал работать на совесть, перестал работать как в молодости, соответственно, у меня какие-то проблемы. Конечно, я хочу простимулировать синтез коллагена. Конечно, я соглашусь. И приборы для стимуляции синтеза коллагена такие эргономичные, такие красивые, я вам тоже покажу. Боже, пришел в стерильных условиях, тебе там чем-то поводили, и все, у тебя наступает стимуляция синтеза коллагена. Она себе сделала стимуляцию синтеза коллагена, на утро просыпаются ее фибробласты. Говорит, о, боже, вот здесь вот в дерме просыпаются, говорит, боже, что такое? Кто наш коллаген, который мы годами делали, кто его денатурировал, что с ним произошло, кто это все сделал, что это было за такой армагеддон, откуда это все? И давай звонить клеточкам, они называются фиброкласты. Вот, а эти клеточки поднимают трубку, ну, как бы смотрят в окно и видят этот армагеддон, и говорят, ну, слушайте, но мы пошли заниматься своими делами, мы посмотрим, какие коллагеновые волокна уцелели, те, которые денатурировались, то есть их просто прогрели, этот белок денатурировался в момент прогревания, мы их просто отстрижем, а ошметки эти по путям лимфоотока пошлем, дай бог, чтобы пути лимфоотока не замусорились. А вы, фибробласты, делайте новый коллаген, мы же с этим долго не проживем. Понимаете, какие взаимодействия в дерме начинаются? Понимаете? Подождите, ну я же говорю сейчас про фотоомоложение, вот именно сейчас я про фото и лазерное омоложение говорю. То есть термаж, будь то он фототермаж или лазерный термаж, это все равно одно и то же. Мы берем нативный белок, например, яичный, на моем примере яичный. Нативный белок, он как сопли, он прозрачный, да, и превращаем его в денатурированный белок. Какая разница, чем нагреть? Вот какая разница? Денатурированный – это белок меняет свою конфигурацию, и он уже не рабочий. Он уже не рабочий, и его надо расщепить и вывести, если у вас на это хватит ваших ферментов, понимаете? Вот, хорошо. Еще раз должна вам показать нашу с вами рыхлую соединительную ткань. Это очень красиво, это очень простроено. И если мы будем убивать эти клетки, фибробласты, или денатурировать вот этот коллаген, то хаос на уровне межклеточного пространства в нашей дерме нам просто обеспечен, поймите. А теперь внимание, я ничего сейчас, ни единого слова не придумаю, я просто взяла один маленький абзацик из официального сайта, который предлагает процедуру, которая называется фракционный лазер, использование фракционных лазеров. Посмотрите на методику. При использовании фракционных лазеров происходит образование многочисленных микроучастков коагуляции ткани. Коагуляция – это денатурация, да? Это сворачивание белков. Называется микротермальные зоны. Я вам покажу. Вот микротермальные зоны. А, и вы не видите, на первой картинке вот столбики такие, называются микротермальные зоны. В виде столбиков перпендикулярных поверхности кожи. Смотрите первую картинку. В ответ на такие повреждения, это не мои фразы, это фразы с официального сайта. В ответ на такие повреждения, девушки, готовы на такие повреждения? Организм начинает синтезировать большее количество белков. Конечно! Посмотрите на второй картинке, там, где было лазерное воздействие, там прям вот такое подтопление. Это эксудат воспалительный туда. Вот вы когда коленку ударили, вы замечаете, водичка такая образуется. Это воспалительный эксудат, который содержит большое количество веществ, которые способствуют заживлению процесса, заживлению раны. А тут миллионы, тысячи этих маленьких ран. Так вот, в ответ на такое повреждение организм начинает синтезировать большое количество белков, медиаторов, воспаление надо написать. Почему они не написали воспаление?
И сигнальных молекул. Ребята, какие сигнальные молекулы? Сигнальная молекула – это то, что находится в мембране клетки. Это то, что берет импульс снаружи и передает импульс в ядро клетки. Ну, просто модное слово, которое вызывает активацию стволовых клеток. Ну, конечно, в нашей дерме есть клетки спящие, которые, они понимают, что им сейчас рано просыпаться. И так достаточное количество готовых дифференцированных фибробластов, которые обучены делать коллаген. И они спят на всякий случай. Если убить 50% обученных бойцов, то придется будить необученных, и учить их делать коллаген. Представляете, какая вещь происходит? Стволовые клетки. Вот, тоже модное слово. И увеличивает скорость их деления. Большое количество новых клеток начинает постепенно синтезировать структурные элементы кожи. Вот это вот оно, девушки, вот это правда жизни, написанная на медицинском языке. Вот. Поэтому, кому нравится, пожалуйста. Кстати, очень, очень красиво выглядит эта головка. Действительно. Лазерная головка, которую просто вводят и проходит вот такой процесс. Кто мне не верит, вот гистологические изменения. Первая картинка. Вы не видите моего курсорчика, но на первой картинке вы видите эти столбики выжженные. Выжжены чем? Лазерным. Лазером. На второй картинке все слиплось, все заросло, все заполнилось воспалительным эксудатом. И через 14 дней даже на поверхности, самый поверхностный слой, видите, уже все зажило. Полная регенерация. Вот такая вот история. Вот такая вот история. Давайте отвечу на ваши вопросы. Пилинг химический. Пилинг хорошее дело. Главное, чтобы не повредить так глубоко кожу, чтобы она не смогла вдруг восстановиться. То есть ваш пилинг химический должен доходить до, может быть, глубоких слоев эпидермиса, но не травмировать базальную мембрану. Понимаете, да? Поэтому, если вы делаете очень глубокий химический пилинг, то вам скажут, пожалуйста, не появляйтесь на солнце, не используйте агрессивные средства на кожу и так далее. То есть защищайтесь. Можно так допилинговаться глубоко, что потом пигментными пятнами расплатиться. Так, про любовь поняла, про любовь хорошо. Так, про лазер и фото рассказала. Вибрационный массаж для лица на батарейках. У меня вопрос. Да, вот сейчас я расскажу про вибрационный массаж. Смотрите, теперь мы с вами обученные люди. Мы знаем точно, что кожа, все ее терзают, мажут токсичными кремами. Я серьезно говорю, реально 80% кремов токсичны. То есть, если бы мы ими не пользовались, нас по лицу было бы лучше. Потому что люди не умеют читать этикетку и пользуются токсичными кремами. Если вы хотите, я вам прямо про это расскажу. Так вот, на кожу мажут токсичные кремы. Кожу колят, кожу режут. Пластические хирурги. Кожу обрабатывают лазером. Что только с ней не делают. Но она разве виновата? Посмотрите. Под кожей находится подкожная жировая клетчатка. Ладно, тоже не будем ее трогать. А ниже мышца. И зачем нам мимика? Зачем нам мимика? Мы сокращаем мышцу, мы даем мимику. То есть та мимика, которая застряла на нашем лице, любая, например, у меня плохо подобранная оптика, я буду постоянно щуриться, да будут у меня эти морщины, гусиные лапы, по той простой причине, что это постоянно сокращенная мышца. Сколько бы я сюда не вмазывала кремов и не использовала инвазивных процедур, там будет проблема. До тех пор, пока я не переобучу свою центральную нервную систему не делать это. И под мышцы, посмотрите, надкостница и кость. Огромное количество проблем, которые называются не морщины, а провислости, возникают в результате того, что женщина просто-напросто теряет костную массу. Она так отвратительно ест, она не умеет строить свою тарелочку. Она так отвратительно ест, что она реально теряет свою костную массу. Я через это прошла, и у меня и сейчас на самом деле, потому что быстро это как бы не исправить, но главное это осознать и начать работать. Такое впечатление, что кость одного размера, 32-го, а мягкие ткани над этой костью другого размера, где-то 34-го. У кого такое ощущение?
поэтому брыльки, поэтому второй подбородок, поэтому бульдожки всякие, вот такие и так далее. У кого такое ощущение есть? Это не что иное, как остеопороз. Вот на это почему-то не обращают внимания. Кость – это основа лица. На кость натянута мышца, на мышце, над мышцей расположена кожа. Кожа ни в чем не виновата. Понимаете? Плазмолифтинг. Да я же рассказывала об этом, по поводу плазмолифтинга. Берут кровь из вены, центрифугируют. Берут эту плазму, уже центрифугированную, в шприц и делают вам 84 укола с каждой стороны. Что не так? Понимаете? Вот. Поэтому, господа, девочки, наши ткани на лице, они имеют слои. Бесполезно с поверхностным слоем работать. Давайте работать с глубокими слоями. Понятно, что с костью руками не получится работать, но мы можем работать через питание. Я вам все расскажу о том, как составить, нормально составить свою костную ткань, как остановить процесс развития остеопороза. И еще раз говорю, ну вот есть, например, такой метод, который называется face building. Конечно, я сразу кинулась на этот метод и даже некоторое время позанималась, пока не заметила, что он усугубил мои носогубки, бросила. И бросила этот метод и думаю, почему на меня так сработало? Потому что я к тому моменту не додумалась. Посмотрите на мальчика, перекачанный пацан. То есть у него мышцы как бугор, ну понятно, он живет в спортивном зале. Что это такое? Если мышца ровненькая, то между волокнами мышцы нормально оттекает лимфа, венозная ткань. А если я взяла ее и перекачала, смотрите, какой бугор образовался. Внутри образуется домик для застойной лимфы. Здесь формируется болото застойной лимфы, понимаете? Вот. Над бугром будет такая фиссура, то есть бороздочка, и под бугром будет бороздочка. Теперь переносим все это дело на лицо. И я вам сейчас докажу, что у нас лица перекачаны. Никакого фейсбилдинга нам не надо, мы и так имеем перекачанные, скукоженные, укороченные мышцы. Посмотрите соседний рисунок, это вот эта вот часть. Это вот эта часть круговой мышцы глаза. Она настолько укорочена, что коже ничего не остается, как заложиться поперечными морщинками. Понимаете? Как увеличить костную ткань? Это через еду. Давайте кратенько. Суточная норма воды. Физическая нагрузка на лице – это нагрузка, мышечная активация, которая приводит к расслаблению. Суточная норма воды – и для косточек это правильный набор минералов. Самый главный из них кальций, и этот кальций должен быть в хелатной форме. Кто пойдет на курс трансформации лица, все расскажу. У нас с вами там будут 5-минутки биохимические, и на каждом занятии я маленький кусочек этой информации, но вам выдаю так, чтобы вы прям это поняли. Итак, куда вас зову? Очень-очень скоро начинается курс трансформации лица. Это мероприятие, которое имеет 6 занятий. На первом занятии мы делаем самое главное. Мы возвращаем свое тело в вертикальную ось туловища. Посмотрите на первый рисунок, на первую барышню. Вы через нее прям вертикальную ось можете нарисовать. Ее ушки, ее голова, ее плечики, ее таз помещается в вертикальную ось, и она не силы гравитации ее просто не трепят, она не изнашивается совершенно, потому что она находится в вертикальной оси туловища. Шли годы, что-то происходит такое с нашим телом, в результате чего, посмотрите на второй картинке, передняя поверхность туловища как бы укорачивается, такое впечатление, что в переднюю поверхность туловища вшиваются резиновые какие-то такие, резинки, которые все меньше и меньше с каждым годом, меньше и меньше. Кто на себе это замечал? И человека стаскивает вниз и вперед. Кто заметил, что скрючился? Поставьте единички. Кто заметил, что впереди меньше? Скажите. Кто заметил, что впереди меньше? Если впереди меньше длина, то что сзади? А сзади
Но невозможно так, что вперед уходит вниз, а зад тоже уходит вниз. Тогда бы ткань в области плечиков рвалась. Нет, задние ткани берут и натягиваются вперед. И возникает что? Возможность для закладки климактерического горбика девушки. Это не климактерический горбик. Если бы это был климактерический горбик, у меня бы не было холки в мои 35 лет. А я вам сегодня покажу свою холку, которая у меня была в 35 лет. Моему ребенку тогда было лет 12, а у меня уже была холка. Какой климактерический горбик? Вы о чем? И, наконец, посмотрите, третья картинка. Можно просто превратиться в старушку и бесполезно. На такую осанку, женщине с такой осанкой, совершенно бесполезно колоть чего-то в лицо, мазать кремы. Там можно уже просто плюнуть на себя и сказать: «Я бабушка». Понимаете? Но мы ж такого не хотим. Поэтому каждому красивому лицу, за которым вы ухаживаете, положена королевская идеальная осанка девушки. И с этого нужно начать. Потому что если вы хотите идеальный овал лица, сначала нужно разобраться с вертикальной осью туловища и поставить себя на место. Вот это вот холка, это называется холка. Если вы имеете такую холку, двоечку поставьте в чат, она вам добавляет 15 лет возраста. И я вам сейчас расскажу примеры девчонок. У меня есть и фотографические примеры, и написанные примеры девчонок, которые умудряются эту холку убрать. У кого холка, двоечку поставьте. Ну вот первая девчонка, это я. На первой фотографии в этой шапочке розовой терпеть не могу эту серию фотографий, но их много, их штук 1000, все удалила. На первой фотографии вы видите самую настоящую вот у меня холка. Плечико пошло вперед, зона декольте завалилась, холка прям шикарная, сзади шеи нет, вот такая вот красавица. А мне на этой фотографии 35 лет. И рядом со мной стоит Дося моя, отрезала, надо было меньше отрезать. Ну, видите, еще маленького роста. Сейчас дочке-то, хо-хо, 20 лет. Вот, смотрите. Я поняла, что это где-то я пропустила удар в свои ворота, каким-то образом старость проникла на территорию моего организма, обратила внимание на осанку, разработала для себя какой-то, ну, сборничок такой метод, свой метод фактически, это не мой метод, я ничего особо не придумала, но я просто уложила все это, упаковала так, что это реально работает, работает на большом количестве девочек. Я уверена и на мальчиках тоже, но просто мальчики ко мне на курс трансформации лица не ходят. И вы видите рядышком результат. Разница между этими фотками 9 месяцев. Нельзя сказать, что я каждый день работала, чтобы получить этот результат, просто я его получила. И могу вам показать эту девушку. Вот эта девушка получила результат ровно за неделю. Скажите, сколько ей лет на верхней фотографии и напишите, сколько ей лет на нижней фотографии. Кстати, мне никто не поставил восклицательные знаки за мой замечательный результат. Вы видите разницу или нет? Это за неделю работы над собой, ручечками своими. Ручечками. Напишите, что вы видите. Напишите, что вы видите по подбородку, по длине шеи, по постановке головы. Как смотрят ключицы, как вообще вот эта вот трапециевидная мышца себя чувствует. Посмотрите, как развернуты плечи. Отодвиньтесь от экрана и посмотрите, сколько бы вы дали человеку на верхней фотографии лет и сколько бы вы дали человеку на нижней фотографии лет. Эта девочка 53-летняя тогда еще была, сейчас-то много времени прошло. Тогда ей было 53 года. И не просто так эта девочка. Это девочка, которая других девчонок учит восточным танцам. То есть и нагрузка физическая, и осанка, и все при ней. А все равно есть что улучшать. Она красавица, а все равно есть что улучшать. Вы видите это? Сколько лет убрала она за неделю? Сколько лет убрала за неделю? Второе занятие. Второе занятие мы будем заниматься лбом и виском. Скажите мне, пожалуйста, ради осьминога, что нужно сделать с лобной мышцей? Вы видите лобную мышцу, она идет не строго вверх, она идет вверх и немножечко в сторону. Что нужно сделать с лобной мышцей, чтобы поперек заработать вот такие морщины, как у мужчины? Что нужно с ней сделать? Кто мне напишет?
вот я люблю морщины. Если я вижу морщину, значит, я понимаю, где под ней проблема. И я понимаю, какая проблема. Понимаете ли вы это? Что нужно сделать с лобной мышцей? А, у вас только появился. Задержка большая. Ладно, сама буду рассказывать. Надо эту лобную мышцу сократить. И это сокращение держать долго-предолго. Проще всего, знаете, как в природе сделать? Вот она вас взяла и согнула вот так, согнула. И теперь, чтобы посмотреть в монитор, вам нужно, ну, чтобы просто видеть, что у вас впереди, вам нужно и брови поднять. И получается, что это автоматическое движение. Вы сокращаете эту лобную мышцу, потому что постоянно держите брови вверх. А если мы возьмем и вас вернем в нормальную, идеальную осанку, тогда ваши глазки будут спокойно воспринимать то, что находится на уровне горизонта, и вам не надо будет вот это вот делать. Понимаете, какая фантастика? Это второе занятие. Мы работаем с лобной мышцей, у нас работа на осознание. Вы будете чувствовать каждую свою мышцу, чувствовать, когда вы ее включаете, когда ее выключаете. Это очень важно. И каждая мышца скажет вам большое человеческое спасибо. Также на втором занятии мы будем выпуклять затылок. Почему это так важно, выпуклять затылок? Потому что если у меня затылок выпуклый, то расстояние между переносицей и затылком большое. И у меня нет гулящих вот этих тканей, которые гуляют очень интересно. Они гуляют, падая на глаза. Согласны? Согласны? Вот полезьте себе в затылок, пощупайте его. Может, вы нащупаете, что затылок не такой выпуклый, как был еще лет 10 назад. У кого затылок не такой выпуклый, как еще 10 лет назад? Если он стал по площади, приплоскел, как на третьем, на первом или на втором манекене, плоский стал, то между вот этими крайними точками уже меньше места, меньше рамочки, на которую все натянется, и возникает избыток мягких тканей, которые падают в сторону мимики. О, смотрите, какая я! Посмотрите, какая я симпатичная! А у меня сегодня новая помада. А, девушки, понимаете, в чем дело? Поэтому с костями можно и нужно работать, и у нас с вами есть прям вот есть методики. Да, плоские затылки надо убирать. Третье занятие. А, это второе, это продолжаем второе занятие. Вот смотрите, у девочки миндальный глазик, как миндальный орешек, а у бабушки кругленький, потому что висок упал на глаз. У девочки все ровненько возле глазика, а у бабушки все запеклось возле глазика, потому что висок упал на глаз и задушил нормальное кровоснабжение глаза. Если вы не поставите свои виски на место, вот возьмите себя за висок и поставьте на место. На место это вверх и назад. Вот как должно выглядеть ваше лицо. Вот так. Наоборот, затылок стал выпуклым. Очень интересно, Эля. Прям вообще мне интересно этот феномен. Обычно все-таки наоборот. Третье занятие. Значит, еще раз говорю, занятия у нас, девушки, живые. Это не записи. Нет, у вас будут все записи, но занятия живые. Я вас вижу, я это делаю в зуме, я вижу каждую из вас. И если вы не так ставите руку, то я вам об этом говорю. Вы сделали подход, и я каждую опрошу. Девушки, что видите, кому нравится, кому не нравится, у кого какие ощущения, а что вы видите в зеркалах. И если что не так, я опять контролирую и я что-то меняю. Потому что да, у нас у всех одинаковая анатомия, физиология, но взрослеем мы немножечко каждый по-своему. Поэтому это живое мероприятие, которое проходит в зуме. Раз в неделю мы с вами встречаемся и осознаем новую группу мышц. Первая неделя это по осанке, вторая неделя лоб, висок, волосистая часть головы. Мы делаем так, чтобы наши волосики были пышные, блестящие, желательно не сидели. Много таких результатов. А третья неделя это круговая мышца глаза. Мы работаем с ней, потому что она, если она засохла, если она замученная, если она сине-зеленая, она дает нам и отеки под глазами, и мешки, и верхнее веко плохо выглядит, и гусиные лапы, что нам только не дает. Это третье занятие. Поэтому в какое время проходит занятие?
в одно и то же. Мы выбираем один день в неделю. Вот ближайший, много запусков на самом деле. Вот ближайший будет у нас, дай бог памяти, по воскресеньям в 11:00. Это будет ближайший, потому что следующий запуск мы будем выбирать другое время, чтобы всем было удобно. В 11:00 каждое воскресенье мы с вами встречаемся и погнали. Итак, если, девушки, к морщинке вы будете относиться как к спасительнице, вам будет намного проще навести порядок на лице. Я так и отношусь к морщинке. Вот представьте такую ситуацию. Ну, например, у кого вот здесь вот над бровкой, вот здесь вот, есть морщинка, найдите. Вот тут прям параллельно наружному краю бровки, вот здесь вот морщинку. Кто нашел? Справа. Или бывает слева, или бывает и справа, и слева. Такая едва заметная морщинка. Никак она не видит. Кто нашел? Напишите. У меня есть грыжа под глазами, как убрать, я не о себе. Спрашиваем только о себе. Только о себе спрашиваем. У меня много результатов у девочек, которые хотели оперироваться, а потом поделали чудеса своими руками и отменили операцию. Ну что, кто нашел? Почему я сейчас о ней? Вот стоит виску упасть на наружный угол глаза, как здесь формируется вот такой натечник. Очень некрасивый на самом деле вещь, очень некрасивый. Природа говорит: Бахтина, зачем тебе тут такой натечник? Давай я сделаю аккуратненько, смотри. Я сделаю такую выточку, ты не заметишь, и окружающие не заметят. Или это гусиная лапка будет, или это будет носогубка. Вот такую выточку сделаем. Шли годы. Ситуация усугублялась, мышца становилась еще короче, еще глубже морщина. Вот, морщина – это выточка. Да, время отлично, потому что утренние времена бывают редко. Морщина – это выточка, девушки. Это наша защитница от чего? От провисов. Но это значит, что с ней нужно работать. Вот, например, вам выточки. Посмотрите, радиальные морщины над верхней и над нижней губой. Это задача четвертого занятия. На четвертом занятии мы будем на самом деле заниматься носогубкой. И вы поймете, что нужно заниматься верхней третью носогубки, чтобы не было хищного носа. Вот у меня формировался хищный нос. Если сейчас не заниматься, то он продолжает формироваться. Вот такой хищный нос. Нос, как у злой колдуньи. Стоит позаниматься верхнюю треть носогубки, и носик становится приятный, без признаков агрессии с его стороны. Средняя треть носогубки, с ней очень сложно работать, но если средняя треть носогубки идет горизонтальнее чуть-чуть, то вас никогда не испортят ваши носогубные складки. И для этого нужно заниматься всем щечным полотном. И, конечно же, нижняя треть носогубки. Знаете, как происходит ее старение? Она берет и подгибает наш уголочек рта внутрь. Посмотрите. А так. То есть, уголочек рта, я думаю, вот он у меня. А он не здесь. А он не здесь. А он глубже. Посмотрите. То есть, процесс возрастной идет, как бы подворачивая красную кайму внутрь. И получается, в молодости был ротик пышный, бутончик, губки красные, кайма такая четкая, рельефная и объемная. А потом что? Что потом? Как я вам? Понимаете? Вот такая вот история. Это кисетные морщины, это занятие номер 4. Мы будем заниматься полностью носогубкой. Ну вот результаты, давайте попоказываю вам результат. Что вы там пишете? У меня есть, я уже забыла, о чем. Отстает же, я быстрее вас говорю. Вот такой результат. Девочка сделала фотографию до занятия. Просто многие спрашивают, сколько ждать результата? Не надо ждать результата. Мы делаем так, что результат есть сразу. И вы сразу понимаете, куда хочет ваша ткань. Посмотрите, девочка сделала фотографию до занятия, какой у нее строгий рот, как она съела нижнюю губку, какой у нее, ну, в общем, такой вот ротик, да. А потом она сделала все, что мы сделали на этом занятии. Посмотрите, что получилось. Что получилось? Оказывается, можно отдать нижнюю губу, чтобы она была более пышная. Оказывается, верхняя губка у нее какая красивая, прям как бантик. Мы вернули контур. Посмотрите, на первой фотографии
уголочки рта, что они делали? Подворачивались внутрь и делали ей мешочки некрасиво. А на второй фотографии остренькие, остренькие. И носик более курносик. Вы это видите или только я это вижу? Это четвертое занятие. Ну, давайте я не буду все показывать. Пятое занятие. Пятое занятие мы работаем с овалом лица. Овал лица очень сильно меняется с течением времени. Очень сильно. Это мой овал лица. Я прям его фотографировала. Фух, потому что я не сильно рассчитывала на результат, но вот реально не сильно рассчитывала на результат. И я сделала фотографии. Я сделала эти фотографии, так мне стало плохо, так мне стало тоскливо, потому что я понимала, старость есть, она неотвратима. Боже, она же даже на фотографиях видна. Я сделала эти фотографии, но где-то 2 недели я поболела, вот, а потом стала заниматься. Вторые фотографии я делала уже через несколько лет, потому что я, ну, как бы вот не, ну, я не верила в результат, что ли. Вот. Но давайте разберем первую фотографию. На первой вы видите такой отечный подбородок, после него идут такие брыльки, ну такие заломчики, да, отечный подбородок, заломчики. А на второй фотографии мне говорят, так это ж твое колено, Лена. Это не мое колено, это мой подбородок. Такой же вид снизу, но подбородок уже более ровненький, не такой отечный и меньше выражены заломчики. Видите вы это или это только я вижу? Конечно же, вы это видите. То же самое, только вид сбоку. Очень сложно работать с овалом лица, но нам удается. Если вы сможете убрать отечность подбородка, а вы сможете наполнить этот заломчик, а вы сможете и подобрать вверх брыльку подобрать, вы получите более идеальный овал лица, чем сейчас он у вас есть. Лучший овал лица. Нам всегда есть куда улучшаться. Это опять-таки та же моя фотография, вот начальная. Сейчас не идеально, но сейчас лучше, девушки. Поэтому я говорю, старости нет. Всегда можно сделать лучше, чем вчера. Всегда можно сделать лучше, чем вчера, если делать. Поэтому присоединяемся. Это вот Светочка. Я всех своих студентов, ну сейчас их еще больше, сейчас их очень много прямо. Но я помню очень многих имена. Здесь мы сильно переживали по поводу провиса подбородочного пространства, это называется индюшья шейка. И видите, что все равно есть хороший результат. Более такой вот плотный, более хорошо сделанный. Первая щечка переплывает в шейку, то на второй фотографии более четкий овал лица, она выглядит уже намного интереснее. Намного интереснее. Но эта фотография мне она очень нравится. Во-первых, у вас меняется настроение. Когда вы понимаете, что старости нет, есть просто сокращенная мышца, вы с ней поработали, мышца расслабилась, над ней расползается хроническая морщина, вы это видите собственными глазами. Конечно, у вас другое настроение. Конечно, вы хотите горы свернуть. Что вы видите на этой фотографии? Если первая фотография дом, девочка смотрит чуть-чуть ниже горизонта, видите? То на второй фотографии, что вы видите? Она смотрит поверх горизонта. У нее глаз прям раскрылся, взгляд раскрылся. Очень хороший результат в шейке. Она стала более вертикальная, она стала более цилиндричная, более худенькая, что ли. И мы видим четко, вот эта щека, она переходила в шею. А теперь мы видим щека отдельно, шея отдельно, овал лица отдельно. Видно тоже, да? Так, идем дальше. Ну, я вообще горжусь. Эта девочка живет в Москве, и она очень большое количество времени проводит в пробках. В пробках, в московских пробках. И если раньше она стояла в этих пробках и проклинала эти пробки, то теперь она стоит в этих пробках и говорит, можно еще подольше, можно еще помедленнее, потому что я занимаюсь. И она занимается ручными техниками омоложения лица, прямо стоя в пробках. И посмотрите, как хорошо у нее получается. Что вы видите?
Что вы видите? Мне даже комментировать не хочется. Не хочется эту фотографию комментировать, потому что тут и так все понятно. Человек помолодел, ну, лет на 15, это точно. Видите подбородочное пространство, видите шейку, видите, что холки не осталось и следа. У нее стал носик более, знаете, начал закручиваться вниз, а тут стал более курносым носик. И на этой фотографии я отрезала глазки, но на самом деле в ее глазки стал попадать лучик света, я это знаю. Вот, многих интересуют вот эти вот веревки, которые на шее образуются, и брыльки. Так вот, это пятое занятие, вы видите начальную брыльку, вы видите начальную веревку, и вы видите, как через 6 недель ни того, ни другого на фотографии уже нет. Это все своими руками. Вот. А очень сложно отвечать на вопросы, а пройдет ли у меня именно это. Вот эта вот Олечка, я ей очень благодарна. Она прошла курс трансформации лица, наверное, года 3 или 4 назад. И все эти 3-4 года она занимается, ну, минут 15 в день. Сейчас, говорит, уже 7 минут в день занимаюсь. И она хорошеет просто, хорошеет. И плетизму можно подтянуть. Да, я же вам показываю. Смотрите, вот это вот результат по плетизме. Вот эти вот веревки, это результат по плетизме, Лена. Вот, просто вопрос такой, ну, для меня странный, потому что я уже, смотрите, вот это результат по плетизме, когда под подбородочное пространство провис уходит. А это что, не результат по плетизме? Посмотрите на девушку, которая убрала индюшинную шейку, Лена Мельникова. Это результат по плетизме. Understand, понимаете? Да? Так вот, про Олю расскажу вам. Вот, видите, какая-то пигментация такая под глазками. Я не давала никаких, вообще никаких гарантий не даю. Но обычно пигментация, она не уходит. Тем более Оля сказала, что это пигментация у мамы, у бабушки и у нее. Посмотрите на второй фотографии уже через месяц. Пигментации нет. Она уже имеет высветленную подглазную зону. Ну, конечно, и второй подбородок, и шейка. У Оли шейка выросла на 5 сантиметров. Она удлинилась на 5 сантиметров у Оли. Понимаете? Вот. И что сейчас Оля делает? Она мне время от времени подбрасывает все новые и новые фотки. Она взрослеет, нам по паспорту с ней все больше и больше лет, а она делает новые фотки и говорит: Лена, а это год занятий, и за этот год я ни разу не была у косметолога. Лена, а это вот, вот какие студентки, вот, уже записалась на курс, молодец, Лена, молодец, потому что надо быстренько, на самом деле мы уже вот-вот готовы заниматься, надо быстро впрыгивать и срочно что-нибудь делать. Почему я веду живые занятия? Почему я не хочу и никогда не буду продавать записи? Я вот специально это говорю. Нельзя эти записи продавать. По той простой причине, что это очень серьезная зона. Это наше с вами лицо. Вот. Соответственно, нужно, чтобы все было, ну вот, все четенько было. Чтобы вы вот своими руками все чувствовали. И чтобы вы, ну, были под моим каким-то таким сопровождением. Один раз делать при мне, и дальше вы уже всем этим вопросам точно научитесь. Ну и мне, конечно, выгодно, я занимаюсь вместе с вами, как вы понимаете, да? Хорошо, поэтому курс трансформации лица — это альтернатива ботоксу. Конечно, мы переобучаем центральную нервную систему прекращать держать тонус, гипертонус, а ботокс просто делает несостоятельные мышцы. Это альтернатива мезотерапии. Конечно, освобождая мышцу, мы налаживаем нормальное кровоснабжение. Это альтернативно пластической хирургии, безусловно. То есть мы можем и мы умеем создавать молодость, красоту своими руками, без уколов, без операций. И один раз научился, и всю жизнь поддерживает шикарный результат. Девушки, это через голову надо провести, взять ответственность на себя. На себя. Элла, делайте заказ, а там разберетесь. Пойдете с другим потоком.
Просто тут вопрос в том, насколько вы сильно хотите. Я так хотела, чтобы мне бы кто-то эту методику уложил, кто-то дал бы мне эту методику, но не было такого человека. И я потратила достаточно много времени, чтобы, знаете, и до сих пор я ее отшлифовываю, безусловно. И мне все девочки помогают, говорят, я всегда спрашиваю, это упражнение вам нравится или это? И я потихонечку одни упражнения убираю, а другие упражнения мы отрабатываем и ставим их. Постоянная шлифовка методики. Конечно, если бы когда вот мне было 35 лет, мне кто-то упаковал и дал эту методику, я была бы счастлива. Я была бы счастлива, потому что я так хотела вернуться в свои 25 лет по лицу, прям уписывалась, как я хотела это сделать. Все зависит от вашей мотивации. Так, 6 занятий. Теория и практика. 6 комплексов на каждую зону лица. Живое общение, я вас вижу, вы видите меня, все включаем свои видео, чтобы я действительно видела. Результат сделали, сразу отследили результат. По ощущениям мы отслеживаем результат и по зеркалу мы отслеживаем результат. И выбираем только те упражнения, которые нам в кассу. И навыки остаются с вами всегда. Ну и записи, конечно, остаются с вами всегда. Цена 13 690. Ну, как бы, давайте так, это пока, потому что я все более занятой человек, и я уже склонна к тому, чтобы оставлять себе одну группу. Раньше у меня была группа, на нее нахлёст вторая группа, на нее нахлёст третья группа, две группы одновременно. Сейчас у меня идет одна группа одновременно в связи с моей занятостью, поэтому, скорее всего, цены будут расти. Успевайте. Всех люблю, всех целую. Если я была вам полезна, поставьте мне что-нибудь. Не, лучше давайте плюсики в позитивную карму. Зачем мне это? Мне лучше плюсики в позитивную карму. И еще я отвечу на пару-тройку вопросов. Задавайте и пойдем украшать этот мир, конечно же, собой. Угу. Ну, давайте. Вильнюс, пытаюсь зарегистрироваться в интернет-магазине, не получается, в списке нет Литвы. Напишите, пожалуйста, организаторам на почту, а я сброшу для вас алгоритм регистрации. Я-то знаю, как там зарегистрироваться. Так что вы мне напишите, точнее, организаторам, они мне перешлют это ваше письмо, и я обязательно вам отвечу. Хорошо, Ирочка? Давайте еще парочку вопросов. Плюсики мне в позитивную карму, кому я сегодня была полезна. Но лучше, конечно, сделать заказ на курс трансформации лица, потому что он совсем скоро стартует. Вот вообще группа уже готова к запуску. Можно еще раз ссылочку на курс трансформации лица. Еще раз пройдитесь по всем зонам, которые вы будете обрабатывать вместе с нами. Кому вы считаете, у меня занимаются люди просто для профилактики, а также те люди, которые уже видят, что, ну, как бы, какая профилактика, уже нужно разгребать последствия неправильного тонуса лицевых мышц. Вижу плюсики в позитивную карму. Отлично, хорошо. Давайте еще раз ссылочку на курс трансформации лица. Ну ладно, хорошо, девушки, всех люблю, всех целую. Старости нет, есть просто ткани, которые заехали куда не надо и сами от этого страдают. И они просто счастливы вернуться на место, и при каждом удобном случае они запрыгивают на свое место, и вы просто видите совершенно другое изображение в собственном зеркале. Чего я вам желаю, чего я себе желаю, что стресс не дремлет, он всегда у нас точно есть противоядие, и оно совершенно безопасно. Это ваши очумелые ручки. Всех люблю, всех целую. До новых встреч. Пока. Приходите на курс.